Что мы на данный момент знаем, так это то, что когда все это пройдет, Америка не будет прежней. Некоторые изменения будут положительными, если в последнее время вы стали чаще звонить людям, которых любите. Но будут и проблемы, требующие решения, много проблем. Первая — это глобальная экономическая депрессия. Мы уже слышим от мудрецов в Твиттере упреки в адрес каждого, кто беспокоится за экономическое благополучие страны. Как будто это то же, что прислуживать Уолл-стрит. Жизнь дороже, чем курс акций, визжат они. И, конечно, они правы, жизнь действительно дороже курса акций. Вот только речь идет не о курсе акций. С финансовыми воротилами все будет в порядке, что бы ни случилось с экономикой. Для бедных тоже вряд ли что-то изменится, они останутся бедными. А средний класс? В результате того, что сейчас происходит на наших глазах, средний класс может сойти на нет. Сфера услуг, менеджеры среднего звена, малый бизнес, независимые подрядчики — такие люди делают нашу страну успешной и, что еще важнее, стабильной. И именно они сейчас наиболее уязвимы. Долгосрочный ущерб для среднего класса станет катастрофой для всех — и богатых, и бедных. Вы не хотите жить в нищей стране с тонким слоем богачей наверху. Это рецепт страданий и бесконечной политической нестабильности. Такова история многих стран мира, так что нам это доподлинно известно. И внезапно, впервые, это стало возможно здесь. Наш главный приоритет должен заключаться в том, чтобы это предотвратить. Или наши внуки об этом пожалеют, всем сердцем. Другой повод для беспокойства — Китай. В конце концов, именно Китай в ответе за этот вирус, в буквальном смысле. Они скрывали его и лгали о нем, и даже сейчас лгут. Но угроза вовсе не ограничивается нынешней пандемией. К сожалению, нет ничего невозможного в том, чтобы китайский коронавирус в конечном итоге привел к усилению Китая, даже если он ослабит нашу страну Америку. У Китая уже более развитая производственная база, чем у нас, гораздо больше населения. Скоро у него будет крупнейшая на Земле экономика. Сколько пройдет времени, прежде чем их валюта станет резервной валютой мира? Это станет концом экономического господства Америки. Вполне возможно, что через несколько лет мы проснемся в мире, где всем заправляет Китай. Помните то отвращение, безотчетное отвращение, которое вы почувствовали при виде звезд НБА, подлизывающихся к китайскому политбюро, тоже может быть со всеми нами. Мы движемся к этому уже довольно давно. Нынешнего кризиса может оказаться достаточно, чтобы мы перешли на следующую стадию. Бедствия часто ускоряют уже имеющиеся тенденции. Вы думаете, они все изменят? Вместо этого они лишь усугубляют то, что есть. Что же планируется сделать, чтобы не дать Китаю воспользоваться хаосом, который он насадил, и от которого страдаем мы? Такой план должен быть, он нам необходим. И, наконец, пока мы делаем все, что в наших силах для борьбы с пандемией, мы должны позаботиться о том, чтобы не потерять самое важное из прав, которыми мы, американцы, обладаем от рождения. Мы знаем, что это право думать и говорить то, что мы считаем правдой. Свобода совести сейчас, возможно, недооценивается, но она лежит в основе всего, что у нас есть. Это фундамент свободного и порядочного общества. На это право нападают политики, но главная опасность — нападки со стороны многонациональных IT-монополий. Прямо сейчас Twitter решил контролировать, что вам позволено знать о коронавирусе. Также поступили и другие IT-компании. Twitter удаляет то, что он называет ложной информацией о пандемии. Что-то ложно, а что-то нет. Реальные данные постоянно меняются. Не так уж много доподлинно установленных фактов о коронавирусе. Поэтому если подвергать цензуре тех, кто говорит что-то необычное, это, вероятно, не приблизит решение проблемы. Но они все равно это делают. И в то же время Twitter не трогает китайскую государственную пропаганду. Любой, кто следит за ситуацией, заметит, что каждый день официальный представитель китайского правительства заявляет об американском происхождении коронавируса. Это совершенно не соответствует действительности, но ни одно из этих ложных заявлений Twitter не удалил. Имейте в виду, Twitter запрещен в Китае, но все равно идет у него на поводу. О чем это вам говорит? Это не пустяк, это тенденция. Сговор больших многонациональных корпораций и авторитарных правительств с целью заставить вас повиноваться. Это не параноидальный бред, это реальность. И вас это должно беспокоить.